Let's meet somewhere. Thank you.
табак Гринда Киряй. Вся слава собравшимся предкам. Кришна. Вся слава Сигуру и Сигуранге. Количество освобожденных душ растет с каждым днем. Сегодня мы продолжим вторую главу первой песни Шримад-Бхагаватам «Божественность и божественное служение». Выяснилось, что текст, который мы вчера прочитали, уже читали много раз. Но наверняка не все были, поэтому не страшно то, что мы его повторили. Сегодня мы прочитаем следующий, шестой текст. Ом агент Мирандасья Раджанджана Шалакая Чакшарадмилитам Нинатасмайши Дурай Мамаха Ши Чайтанья Мано Виштам Сарапитам Ярупатаре Своим рупа кадам агьям дадати сваха дантикам Банчака патрабхьяща Крипа синту бирача Патитанам бхавани вьо вайшнаре вьо намо намаха Чай си Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасати Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Тай Махатпирьяйма Пурави Бхумьямай Чадиядаму Шупуруша Мунктай Гунан Садаса Садасатмака Ям Крисиста Бхагаван Вачам Симе Ом Намо Бхагавате Васудевая 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 Это очень известный текст, поэтому я уверен, что некоторые преданные, например, Юва Брабу, знают его наизусть. Можем попробовать повторить. Савай пумсам паро дхармо. Савай пумсам паро дхармо. Савай пумсам паро дхармо. Савай пумсам паро дхармо. Ято бхактир адокшаджи. Ято бхактир адокшаджи. Ято бхактир адокшаджи. Ято бхактир адокшаджи. Ахай тукья пратихата. Ахай тукья пратихата. Ахай тукья пратихата, Ахай тукья пратихата, Яятма супрасидати, Яятма супрасидати, Яятма супрасидати, Яятма супрасидати, Савай пумсам паро дхармо, Савай пумсам паро дхармо, Ято бхакти радокшаджи, Ято бхакти радокшаджи, Ахай тукья пратихата, Ахай тукья пратихата, Яятма супрасидати, Сидати. Яятма супрасидати. Кто знает, может попробовать повторить. Савай пум сам паро дхармо. Савай пум сам паро дхармо. Ято бхакти радхокшаджи. Ято бхакти радхокшаджи. Ахай тукья пратихата. Ахай тукья пратихата. Яятма супрасидати. Яятма супрасидати. Еще кто-нибудь? Савай пум сам паро дхармо. Савай пумсам паро дхармо. Ято бхакти радхокшаджи. Ахай тукья пратихата. Яятма супрасидати. Из матхи никто не знает. Савай пумсам паро дхармо. Савай пумсам паро дхармо. Ято бхакти радхокшаджи. Ахай тукья пратихата. Ахай тукья пратихата. Яятма супрасидати. Яятма супрасидати.
переводы слов. Сага. Сага. То. То. Ваи. Ваи. Несомненно. Несомненно. Пумсам. Пумсам. Для человечества. Для человечества. Парага. Парага. Высшее. Высшее. Дармага. Дармага. Занятие. Занятие. Ятага. Ятага. Посредством которого. Посредством которого. Бхактихи. Бхактихи. Преданное служение. Преданное служение. Адокшадже. Адокшадже. Трансцендентному. Трансцендентному. Агайтуки. Агайтуки. Беспричинное. Беспричинное. Апратигата. Апратигата. Непрерывное. Непрерывное. Яя. Яя. Которым. Которым. Атма. Атма. Душа. Душа. Супрасидати. Супрасидати. Обретает полное удовлетворение. Обретает полное удовлетворение. Переводы комментариев Божественной милости Абая Чарана Равина Бхактивиданта с вами. Шри Прабхупада Киля. Высшим занятием дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Комментарий. В этом утверждении Шри Сута Госвами дан ответ на первый вопрос мудрецов Наймишарани. Мудрецы попросили его обобщить все богооткровенные писания и выделить из них наиболее существенные, чтобы они стали доступны пониманию падших людей, которые составляют большинство. Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется праврити-маргом, путем чувственного наслаждения, а другая неврити-маргом, путем отречения. Путь наслаждений низший, а путь самопожертвования ради высокой цели высший. Материальное существование – это нездоровое состояние живого существа. Его истинная цель, его истинная жизнь, духовное бытие или бытие на стадии Брахма-Бхута, где жизнь вечна, блаженна, исполнена знания. Материальное существование временно, иллюзорно, исполнено страданий. В нем вообще нет счастья, есть только тщетные попытки избавиться от страданий, и временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье. Поэтому путь материальных наслаждений, временных, жалких, иллюзорных, низший. Но преданное служение Верховному Господу, ведущее к вечной жизни, блаженству и всеведении, называется высшей формой деятельности человека. Иногда, если к нему примешивается низшее качество, оно оскверняется. Например, если человек обращается к преданному служению ради материальной выгоды, это, безусловно, создает препятствие на его пути к отречению. Отречение или самопожертвование во имя высшего блага – бесспорно предпочтительное наслаждение жизнью в болезненном состоянии. Такое наслаждение только усугубляет и затягивает болезнь. Поэтому преданное служение Господу должно быть качественно чистым, то есть полностью свободным от стремления к материальным наслаждениям. Следовательно, необходимо обратиться к высшему знанию, преданному служению Господу, лишенному малейшей примеси ненужных желаний, кармической деятельности или философских, спекулятивных рассуждений. Только так на пути служения Господу можно обрести вечное утешение. Мы намеренно перевели слово «дхарма» как занятие, поскольку корневое значение слова «дхарма» – то, что поддерживает чье-либо существование. Для живого существа поддерживать существование – значит согласовывать свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кришной. Кришна – это центр, вокруг которого вращаются все живые существа. Он всепривлекающее живое существо или вечная форма среди других живых существ или вечных форм. В духовном мире все без исключения живые существа обладают вечной формой, и для всех них Кришна является вечным центром притяжения. Кришна – это полное целое, а все остальные – его неотъемлемые частицы, связанные с ним отношениями слуги и господина. Эти отношения трансцендентные и совершенно отличные от того, что известно нам из материального опыта. Это можно осознать по мере продвижения. Эти отношения слуги и господина являются высшей формой близости.
Это можно осознать по мере продвижения преданного служения. Даже в нашем нынешнем обусловленном состоянии материального существования каждый должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Со временем это откроет человеку путь к истинной жизни и принесет полное удовлетворение. Савай пум сам парод гармо ято бхакти радукшаджи агай туки апрати гатая ятма супраси дати. Высшим занятием, дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному, преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. То есть первый вопрос, который задали мудрецы на Мишаране, это что является сутью всех священных писаний, для чего существуют самые разные религиозные традиции, в чем их смысл. И смысл очень простой. Это служение Верховному Господу. В любви, бхакти, да? То есть парадхарма. Высшее занятие. Это адхомшиджа бхакти. Очень интересно, что использовано слово адхомшиджа в этом стихе. Слово адхомшиджа обозначает непостижимый Верховный Господь, тот, кого действительно умом не понять и аршином не измерить. Да? Наверное, именно поэтому Россия так склонна к сознанию Кришны. Потому что это тоже страна по определению адхомшиджа, да? Непредсказуемая и непостижимая. Да? Как говорят, Россия сделала громадный скачок в сторону Запада. Да? Запад даже отбежать не успел. То есть для западных людей Россия является такой загадочной совершенно страной во всех отношениях. Да? Даже западные преданные не могут понять, почему именно в России столько много людей принимает сознание Кришны? Прям беспрерывным потоком идут. Да? И у меня спрашивают, почему так происходит? В чем секрет? Да. Ну, много, конечно, может быть, объяснений. Одно объяснение, что, наверное, близко к Индии находится. И некоторые западные преданные русских называют белыми индусами. Потому что, ну, фактически, например, в Америке, в Европе. Но индусы, естественно, интересуются сознанием Кришны, потому что это их родная культура. Это то, с чем они родились и выросли для них. Ну, Кришна – это Верховный Господь, тут уж вообще никаких нет сомнений, и поэтому они, ну и тем более, как на Западе они как-то тоскуют по своей родной культуре, и поэтому приходят в храмы сознания Кришны и чувствуют себя как дома. Да? Но русских, даже за границей, столько же присоединяется, сколько и индусов. И остальные преданные, они вообще не понимают. Да? Что происходит. И причем они во многом похожи на индусов. Очень много общих черт. Да. Практически единственное, что отличает зачастую, это только цвет кожи и все. Остальное все то же самое. Вот. Но смысл в том, что да, сознание Кришны – это основа всего.
Но Господь непостижим, потому что все разнообразие религиозных практик и вообще все, что происходит на планете, то, что было создано Кришной, да. И поэтому взгляд сознания Кришны, он отличается от материалистического, религиозного, от материалистических религиозных представлений. Например, если вы почитаете книги Шрилы Прабхупады, вы можете зачастую встречать очень удивительное утверждение Шрилы Прабхупады, например, преданным причисляет христиан, говорит, преданный Иисуса Христа. Вот. Или же мусульман тоже называют преданными, да? Очень позитивно отзывается о любой духовной практике, как, например, ну, естественно, авторитетной, основанной на утверждениях священных писаний, как, например, в одной лекции он прославлял мусульман, он рассказывал о том, как в детстве он, ну, видел, как мусульмане рано встают. Кстати, очень интересно, что примерно в районе того же самого времени, когда мы встаем и проводим свою утреннюю службу, в мечетях также проводятся, да, свои службы. Ну, в Майпуре есть несколько мечетей, наверное, как многие слышали. Примерно в то же самое время проводятся утренние молитвы. То есть, все это пути к Кришне. Но некоторые пути немного длиннее, потому что в основном эти пути, как Шрила Прабхупада здесь описывает, это путь Правритти Марга, пути чувственного наслаждения, потому что люди не способны сразу отказаться от удовлетворения чувств. Вообще очень мало. Почему, например, ну, не так много людей все-таки принимает сознание Кришны, потому что очень высокие стандарты, да? То есть сразу, как пришел, сразу тебе 4 регулирующих принципа. Люди об одном даже принципе не могут мечтать, а тут сразу 4, да? Плюс 16 кругов, и это только для начала. Потом пошло ранние подъемы, служение, еще и проповедь сознания Кришны. То есть столько много всего. И естественно, что для того, чтобы реально следовать по такому, такой серьезной практике, необходим очень серьезный уровень, поэтому в священных писаниях и говорится, что преданная Кришна – это большая редкость, и мы можем видеть в процентном отношении, да, сколько, например, людей живет в том же Екатеринбурге и сколько преданных практикующих. Мизерное количество, просто потому что действительно, как Шрила Прабхупада говорил, если вы будете продавать бриллианты, вы не ждите, что ваш ювелирный магазин выстроится длинная очередь. Почему? Потому что цена очень высокая. И цена, которую необходимо заплатить за сознание Кришны, это очень серьезное самопожертвование. Да? И все вы об этом знаете не понаслышке. Вот. И поэтому трудно ждать, что в массовом порядке люди будут принимать сознание Кришны. И Шрила Прабхупада, собственно говоря, этого и не ждал. Он прекрасно понимал, что это не произойдет. Но если люди становятся преданными, то цепная реакция происходит вокруг них. Окружающие люди также начинают интересоваться духовной практикой. Да.
поскольку их уровень недостаточно высокий для практики сознания Кришны, ну, скорее всего, они остановятся на какой-нибудь более подходящей духовной практике, попроще. И может быть даже обидно, что кто-то так серьезно занимается духовной практикой, как преданные Кришны. Обидно, когда твои мечты исполняются у других. Вот. И они могут даже в этом настроении критиковать преданных. Да. А в принципе, вот это единственная причина. Да. Что они бы сами так хотели, но не получается. Есть, конечно, искренние. Есть, конечно, те, кто уже сами на достаточно высоком уровне. И поэтому, хотя они смиренные на самом деле, да. Хотя они не дотягивают, но они, тем не менее, реально ценят, да, преданных. Я слышал одну лекцию, ну, просто наткнулся в интернете. Один священник православный, достаточно молодой, проводил такой семинар по разным, ну, сектам, будем говорить, да. Что из себя представляют разные секты? Ну, такой ликбез для прихожан. И, ну, он очень коротко говорил о большей части этих групп. Но когда дело дошло до сознания Кришны, он потратил очень много времени, потому что о сознании Кришны есть что рассказать, да? Очень много всего связано. И, ну, очень интересно, что хотя, ну, как-то там были какие-то негативные моменты, естественно, но он сказал, что все-таки вот есть... Вот один очень интересный аспект в этой организации, в нашей организации, что он рассказал, что он куда-то шел в рясе, и на улице к нему подошел какой-то человек, такой, ну, выпивший, и с таким очень, ну, злым лицом подошел к нему, так пальцы сложил, то есть, и говорит: «Свободу усирает!» Вот. И он такой отшатнулся от него, и он дальше пошел. То есть он говорит: «Я подумал в какой-то момент, что он меня ударит». То есть говорит: «Ну вот у нас, пожалуйста, господствующая конфессия, все вроде нормально, но тут в рясе пройдешь, и непонятно, что с тобой могут сделать на улице». Да? То есть всякие разные люди попадаются. И я прошелся как бы только эпизодически чисто, и вот на такое наткнулся. Еще дешево отделался. Да. Но с другой стороны, я вижу Кришнаита на улице каждый день, зимой и летом, с книжками, которые сам к людям подходит и предлагает им книги. И я представляю, с чем ему приходится сталкиваться. И вот он так продолжает столько долго. Ну, нет никаких сомнений, что это реальный святой. То есть, да, за свою веру он готов всем пожертвовать. То есть, есть искренние души, даже в конкурирующих организациях, которые признают особые качества преданных. Действительно, преданные очень редкие личности во всех отношениях. И, тем не менее, опасность, которая нас может подстерегать, самая большая на пути духовного развития какая? А?
гордость совершенно, наверное, Камалакант, по-моему, знает очень хорошо о себе. Потому что Господь Чайтанья подчеркивал самое главное, да, что необходимо для духовного роста. Это постоянное воспевание святого имени, киртания садагари. И для того, чтобы реально постоянно воспевать святое имя, необходимо три самых главных условия. Тринад, описанничина, второго раписа Ришнана, аманина манадана. Первое, это быть смирение травинки. Второе, терпеливее, чем дерево. И третье, выражать почтение каждому и не искать почтения для себя. Как Чайтанья Чандрачаран Прабху замечательно сформулировал. Терпение, смирение, почтение. Три самых главных условия. Вот, то есть, да, однозначно, что наши знания настолько глубокие, что люди даже разобраться в них не могут. Что столько всего, да, книги Прабхупады дают. И причем Шрила Прабхупада так смешно здесь комментарий упоминает, что мудрецы попросили Сута Госвами обобщить все богодравенные писания и выделить из них наиболее существенные, чтобы они стали доступны пониманию падших людей, которые составляют большинство. То есть Бхагаватам уже объяснение сознания Кришны, объяснение духовной практики для падших людей. Да? И насколько же люди еще более падшими стали, что даже Бхагаватам им уже непонятен. Да? Что уже все просто на яблочках все объяснено. И то непонятно. Вот. Но тем не менее, это глубочайшее духовное знание. Как Шрила Прабхупада говорил, что мы знаем о Боге абсолютно все. Да? Как он живет, где он выглядит, чем занимается, его адрес домашний причем, не просто офис, да? А где его дом находится, как зовут его папу с мамой и так далее, и так далее. Все. Да? И чем он занимается у себя дома. Да? Как один человек говорит, ну чем Бог занимается? Ну не коров же пасет. Мы вынуждены разочаровать. То есть для большинства людей это шок. Поэтому в подавляющем большинстве религиозных традиций это знание умалчивается. Во избежание кривотолков. Вот. Но, тем не менее, это особая привилегия, да, что у нас полное знание о Верховной Личности Бога. Да, не просто о каком-то святом Сыне Бога или Пророке, а о самом Боге Отце. Очень-очень подробное знание. И не просто знания теоретические, возможность выйти с ним на прямой контакт, дозвониться к нему напрямую, на личный номер позвонить, да? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Причем это самая древняя традиция на Земле, как официально прописано, что из пяти мировых религий индуизм – это древнейшая мировая религия. Да? А сознание Кришны – это самая суть того, что называют индуизмом. Да? Самое сердце. Самые великие святые личности – принадлежат именно к вайшнавской традиции, как иногда христиане говорят, что ну не было такого человека, как Иисус Христос, который воскрес из мертвых.
Но мы не всегда хотим их разочаровывать. Но у нас таких хоть отбавляй. Харидас Такур воскрес из мертвых. То есть там масса примеров. Вообще это не проблема. Вот. То есть глубочайшее знание, древнейшая традиция, величайшие святые, самый главный Бог в своей самой сокровенной ипостаси. Да? И как раз-таки опасность здесь, да, что если я принадлежу к самому-самому, то тогда вывод какой напрашивается? Да, что я самый-самый, да? И причем этот вывод вполне обоснован, да, по идее. Можно кучу обоснований найти в тех же текстах священных писаний, но в этом как раз таки и проблема. Потому что, как Шрила Прабхупада говорил, то есть повторял пословицу, гордость предшествует падению. Вот. Но разве ты преданный не гордится? Наоборот, он чувствует себя очень смиренным. Почему? На основании чего, например, такие возвышенные вайшнавы, как Наротам Дас Такур, Бхактивинод Такур и другие говорили о себе как об очень падших, да, и ничтожных. Целые песни об этом слагали, да? Некоторые, может быть, знакомы. Песня «Амара Дживана Сада Паперата Нагика Пунья Равеша». Бхактивинод Такур говорит, песня называется «Амара Дживана, моя жизнь, да? Житие мое». И в чем, как Бхактивинод Такур описывает свою жизнь? «Амара Дживана Сада Паперата». Моя жизнь состоит из сплошного греха. Нагика пунья леша. И ничего в моей жизни хорошего нет. Да. Или Наротам Дас Такур говорит. Хари-хари бипале джанаме гонайну. Мануша джанама паия радха кришна нападжия. Джанья шуния биша кайну. Пустую жизнь прошла моя. Родился человеком я, но Радхе Кришне не служил. И потому сознательно я яд смертельный пил. То есть почему они говорят о себе так смиренно? Причина очень простая. Потому что сознание, и это кажется невероятным, да, что те, кто не находятся на этом уровне, гордятся. А те, кто находится на самом высоком уровне, говорят о себе очень смиренно. Причина очень простая, что это не то, смысл не то, на каком уровне духовного совершенства находится человек. Смысл заключается в том, куда направлено его сознание. То есть даже если мы находимся на очень высоком уровне, но наше сознание направлено вниз, что будет происходить? То, на чем сосредоточен наш ум, туда мы и будем двигаться. То есть если наше сознание сосредоточено на низшем, что будет происходить? Деградация. И если даже человек находится не на таком высоком духовном уровне, но его сознание направлено вверх, он будет прогрессировать. Это очень важно, да? Как? Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что приводил пример соревнований по бегу между кроликом и черепахой. Да? Поставили их в один забег. Ну и черепаха честно ползла вперед, а кролик так посмотрел на нее критично. Позор, вообще поставили в забег с черепахой. Да.
что ее там обгонять. А я просто отдохну немного, да, пускай она ползет. Я ее потом 3 прыжка обгоню. И он демонстративно лег под дерево. Да, закинул там руку за голову, ногу за ногу. Что типа пускай ползет. Корявая. Ну и не заметил, как уснул. Черепаха ползла, ползла. И уже почти доползла до самого финиша. И тут кролик проснулся. Увидел, что черепаха-то уже на финише. И какой позор, если меня черепаха победит в беге. И он рванул, что было сил. Да? И все равно проиграл. Да. То есть, поэтому Шрила Прабхупада говорил, что как соревнование выигрывает тот, кто двигается вперед медленно, но верно. И, ну, то есть много раз он говорил на эту тему, да, что нам не нужны падающие звезды, да, метеоры. Нам не нужны метеоры, да, которые очень быстро летят, очень ярко сияют. Короткое время. Нам нужны луны. Да. Луна, которая сияет. Может быть, у нее свет не такой яркий, но она сияет вечно. Практически. Да. И она приносит громадную пользу своим светом. Дает всю энергию питания. Поэтому главное не то, на каком уровне мы находимся, а куда направлено наше сознание, как простая причина того, почему вот эти ачарьи, вайшнавы говорили о себе как об очень падших личностях, потому что они сравнивают себя с вечно освобожденными участниками игр Господа. И по сравнению с ними, ну, по сравнению с Радхарани, по сравнению с Гопи, по сравнению с другими спутниками Кришны, Нанда Махараджа, Яшоды, естественно, даже самая возвышенная личность может почувствовать себя падшей и никчемной. Да? Бхактивинода Тхакур говорит в одной из песен Гопинат. Он говорит, что, о Господь, даже демоны, которых ты убил, лучше меня. Почему? Потому что они уже в духовном мире, а я до сих пор гнию здесь, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге, я в материальном мире. То есть, вот, пожалуйста, очень простая причина. И мы можем понять причину гордости тех, кто не находится на этом уровне, потому что они смотрят вниз и думают, да, конечно, я намного лучше, потому что я не алкоголик, я не наркоман, я там не ем мясо и так далее, и так далее, и так далее. Что я лучше, чем тот, я лучше, чем этот. Потому что я смотрю на тех, кто не достиг моего уровня и считаю себя лучшим. На самом деле это гарантия того, что такой человек будет деградировать. Вот. И поэтому для нас самым важным является сосредоточенность сознания на Кришне и на его вечном окружении. То есть очень хорошо сравнивать себя с самыми возвышенными личностями. Или хотя бы с теми, кто явно более возвышен, чем я. Именно по этой причине рекомендуется общение с возвышенными преданными. Как, например, для меня очень ярким примером того, что такое настоящее сознание Кришны, ну, лично для меня является общение с моим духовным учителем и
поскольку мне повезло, что у меня есть такая возможность пару месяцев в году, как минимум, личного общения, и я могу видеть то, как он общается с окружающими. Может быть, я рассказывал эту историю, но тем не менее она очень показательна, как я его провожал в аэропорту перед вылетом. И рейс немного задержался. Мы сидели, ждали регистрации. И к нам подошел мы. Ну, я тоже был одет в эту одежду. Мы оба были одеты в вайшнавскую одежду. К нам подошел один человек, то ли выпивший, то ли он был с глубокого похмелья с предыдущего дня. И он так еще покачивался слегка, знаете, так как пьяные люди, так с непониманием нас разглядывал. И говорит: вы что, буддисты, что ли? Я говорю: нет, мы кришнаиты. Он такой: и отошел. А нет, он не отошел, он говорит: а в чем разница? Я говорю: ну разница простая, буддисты в Бога не верят, кришнаиты верят. Он такой: и отошел. И потом опять подошел и смотрит на меня, говорит: а я христианин. Ну и мне тогда смешно стало, мне захотелось сказать: какой ты христианин, на себя посмотри, еле на ногах стоишь, христианин. Вот. Но поскольку я был рядом с духовным учителем, я не стал как-то реагировать так. Но духовный учитель, он заинтересовался, он спросил, что о чем речь. Я ему сказал, что вот христианин к нам подошел. И Индрадюмна Махарадж, к моему удивлению, он очень так живо отреагировал позитивно. Он говорит: о, христианин, как здорово, что ты в Бога веришь. Молодец какой. То есть так мало людей в наше время в Бога верит. И он такой приосанился, говорит: да, у меня даже есть личный святой, сейчас покажу. Полез во внутренний карман, достал такое изображение. Говорит: вот святой Александр, это мой личный, как это сказать? Там, да, личный там спаситель, ну что-то такое. А? Ну, нет, какой-то древний святой. То есть. Вот. И Индрадюмна Махарадж говорит: а можно посмотреть? Он говорит: да, конечно. И он взял это изображение святого Александра. И так с большой серьезностью говорит: вот, ну, мне тоже нужна милость святой личности, то есть не могли бы вы подарить мне это изображение святого Александра? А нет, и до этого он еще сказал: вас тоже, наверное, Александр зовут. Тот такой: о, как вы догадались. И он говорит, что можете подарить мне это изображение? Тот говорит: хорошо, запирай. И Индрадюмна Махарадж там приложил колбу, положил к себе в карман изображение святого Александра. И тут уже началась регистрация, мы стоим в очереди. И вдруг Александр так подходит ко мне сзади и что-то пихает в руку. Я смотрю: 300 евро. Я думаю: ничего себе. Я говорю: что это такое? Он говорит: ну это вам, вы знаете, как это использовать. Я Индрадюмна Махарадж говорю: вот Александр вам жертвует 300 евро. Вот, но мы его угостили просаду, все очень хорошо. Позитивно разошлись. И я подумал, что ну вот моя реакция, да, естественная на христианина и реакция духовного учителя — это просто небо и земля. Да. И этот человек, он же вообще даже не знал о том, кто это, что это. Ну вот просто реакция духовного учителя, да? То есть в чем заключается святость? То, что человек видит суть, да?
Он не видел каких-то внешних вещей. То есть то, что он был пьяный или трезвый, это все временные и несущественные вещи. А вот то, что он верит в Бога, вот это главное. Да? И вот он просто проигнорировал что-то внешнее, несущественное и вдохновил человека в главном. И человек настолько прочувствовал, был прочувствован, то есть он-то сам прекрасно понимал, какой он христианин. Да? Но то, что в нем увидели самое ценное, ну, так вдохновило его, что решил как-то отблагодарить. Да. То есть и вот общение с такими личностями как раз-таки, по крайней мере, помогает нам понять, в чем должно заключаться сознание Кришны. И появляется надежда его развить в какой-то момент также. Потому что Кришна – это Верховный Господь для всех. И все пути духовной практики в конечном итоге приводят к нему, если человек им следует. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны не обозначает делать из христианина индуса, или из мусульманина буддиста, или еще кого-то из кого-то, а вдохновлять людей на то, чтобы они следовали любой авторитетной духовной практике, которой они могут следовать, но делали это серьезно, то есть подходили к этому серьезно. И в конечном итоге благодаря этому они в какой-то момент дойдут до уровня сознания Кришны. Хари Кришна. Спасибо. Еще, может быть, какие-то вопросы остались? Последний вопрос. 6-5. Какие мудрецы? А? Ну, 6 вопросов. Помните, вы вчера сказали? А. Не уточняю. Ну, что так, по конкретному. Первый, в чем смысл, суть всех священников. Ну, давайте еще раз. Вы сказали, что вы подробно посмотрите. Ну да, Махарадж говорил, что... Да, вы хотели бы посмотреть Махараджа и конкретно не раскрутишься. Два вопроса в одном. В одном тексте. Ну, то есть вот первое – это суть священных писаний. Да, в чем суть всех? Да. Всех. Второе – что является высшим благом для всех людей. Да? Третье – в чем заключается наставление предыдущих ачарий? То есть это отдельный вопрос? А, да, отдельный вопрос, да. Ну так эти же ачарии, они все равно не для всего мира. Но тем не менее, тоже важно. Рассказать о деяниях Господа. Это четвертый вопрос, да? Пятый – об играх Кришны. О деяниях и об играх это не один вопрос? Ну, видимо, нет. Об отношениях? Ну да. Правильно? Что еще осталось? Ну, то есть о деяниях и об отношениях. Да. Там то риторический вопрос. А? Еще риторический вопрос. Да, и риторический вопрос, но... Видимо, да. А принц, да, где находится, где, правильно, да. Последний вопрос, это где нашли прибежище принципа религии? То есть в чем, да, и... В следующей главе очень четко говорится, да, Кришна Свадхама Богате.
Дарма Гена Адибисага, Калона Стадриша Маша, Пуранарка Джинаида. После того, как Кришна ушел в свою вечную обитель, сопровождение Харма, Гьяны и всего остального, и воцарилась кромешная тьма века Кали, единственный источник света, которым да, воплотился сам Господь, это Шримад Бхагаватам, который рассеивает тьму невежества. Поэтому он подобен солнцу, Пурана Арка, Дунавита. Все? Ну, вопрос такой. Там сказано, да, самоотверженно преданное служение. То есть и есть два пути, да? Чувственное наслаждение, самоотверженное преданное служение. Но если так получается, что события в жизни складываются, что, ну, например, там устаешь сильно, да? Сон прям вот, то есть, ну, вырубает вот просто. Все, ноги не держит, просто вот вырубает. Вроде и служить надо, да, есть служение. Но в то же время, ну как служить, если тело вообще просто в отказную идет? То есть, по сути, получается, ну, все равно нужно как-то уметь договариваться, да, со своим организмом, чтобы оно позволяло тебе тоже в то же время служение оказывать, служить, да. И не отвлекаться на вот это. Там сильный голод. Сильный голод просто, ну вот служишь, и до такой степени заслужился, что все просто. Ой, я не ел уже вторые сутки. Что такое со мной? И сразу ум начинает накидывать. А если по чуть-чуть и стабильно есть, то ум спокойный, и служение тоже протекает спокойно. Ну как с этим быть? Все-таки предаваться вообще просто без остатка, а все там, слягу, значит, зато служение, зато Кришна меня там заберет, надеюсь. Да. А если не слягу, то там, ну, значит, вообще не в этот раз. Там, не знаю. Ну, дандавата, это тоже преданное служение. Страхинь что-то другое очень хорошо определил, да? Если вы голодные, примите просады, если вы устали, поспите. Все остальное время можно заниматься преданным служением. То есть нет необходимости над собой издеваться без особой нужды. Потому что это путь метеора, да, так можно себя выжечь очень быстро и потом полностью бросить все. Очень опасно. Не рекомендуется какие-то чрезмерные искусственные аскезы. Потому что, то есть, если выжечь себя полностью, да, за короткое время, есть гарантия того, что мы оставим тело и в духовный мир попадем, это еще ладно, полбеды, да? То есть это было бы еще приемлемо, а можно же инвалидом остаться в результате каких-то искусственных аскез, и это очень нежелательно. Создавать проблемы для себя и для окружающих. Поэтому, как мой духовный учитель говорит, применяйте разум. В конечном итоге сознание Кришны – это будхи-йога, йога разума. Поэтому глупости не надо делать. Если мы делаем какие-то глупости, не надо удивляться тому, что Кришна нас от них не защитил. От последствий этих глупостей. Для того, чтобы мы что-то поняли, Кришна может нас и не защитить. Да. Чтобы мы на себя ощутим последствия своей глупости. Хорошо? Все? Большое спасибо всем. Тогда мы продолжим вечером. Надеюсь, Гратарасима Бхагаватам Кидя, Шрила Прабхупада Кидя, Махапрасада Гирираджа Кидя.